Тогда все, поехали. А. Вот такая у нас сигара сегодня. Такой случай был. Че Гевара как-то заболел. Это Фидель рассказывал моей маме. Заболел Фидель. Сначала простуда была. А потом заболел Че Гевара. И вот врачи сказали: Че Гевара, мы тебе только даем одну сигару в сутки. Больше нет. Он говорит: не, я так не могу, мне надо 4. Они говорят: нет. Uno. Solamente. И вот на следующий день, как гласит легенда, приезжает Фидель навестить Че Гевара, который лежит в госпитале. А у Че Гевары метровая сигара, вот почти такая же, только и целый метр. И он сидит, курит. То есть вот рабочие, которые на заводах этих работали, они сделали ему метровую сигару. Попробуем хотя бы вот полуметровую. Чего-то пока не доходит. Так. Что-то не прикуривается она, нет? О, круто. Есть, да? Пошел процесс. Ну, давай. Ох, рука дрожит у меня. Ну, что, затянулся? Вот такое дело, да, господа. Поэтому курите сигары, пейте ром. И все будет хорошо. Hasta mañana. До свидания.